Николай интересуется. Хочу научиться... Ладно, это... Хочу научиться смеяться, как Бубнов. Не получится. Человек хочет. Потому что бездна. Лучше быть сумасшедшим, как Бубнов, чем идиотом, как ты, понимаешь? Все российские клубы в премьер-лиге участвовали в договорных матчах. А как ты думаешь? Я думаю, что нет. Да? И «Зенит» не участвовал, да? Надеюсь, что... «Зенит» не участвовал, да? Ну, смешно, пора. ЛФС бездельники. Виталий Лютич меня уже с телевидения снял. За то, что я правду сказал, пришел там, дожаловался, блин, да. Спасибо, Виталий Лютич, продолжайте в том же духе. Мстят не так, я чем мстю? Технико-тактически. Мстят не так, мстят, заказывают и бутят. Ну, криминалит я. Но он имеет... Ну, пиши фамилия, имя, отчество, адрес, телефон. Тебе придут и поговорим по-русски. Чего ты боишься? Ты уже приговорен. Александр Викторович, Киржаков не топ-игрок для сборной? Тебе самому не смешно? А ну, верни назад. Лучше бомбанил, знаешь, там что-то еще не вякают. Кейт на одном уровне с Киржаковым. Ты что, шутишь, что ли? Ты что, опомнись, елки? Да. Кейт лучше Киржакова. Ты фюраз. И потом говорит, что я хам. А вы кто, елки? Ну а что дальше говори, а? Дурдом, блин. Стоп, посмотри. Задры. Вот. Смотрите, где Вася стоит. Это куда убежал вообще? Че он забыл-то? Вы че чинили-то? Смотри, или не видишь? Он вообще, он наркоман, елки-палки. И обратно. А куда? Ты че, он не вменяем, его на допинг-контроль нужно, его заклинило. 100% брака. 20 раз вынес мяч за бровку. Это как? Пускай Спартак поваляет дурака и не против Мордовии. Динамо делает 412. Еще меньше. Еще меньше, да. То, что делал Марадон одной ногой, Пеле, это и двумя ногами не делал. Посмотри, сколько лет тебе, елки-палки. Вот такой ты знаток, блин, представляешь, футбола. Ну, Маскеран вчера играл очень хороший матч, мне кажется. Глупо, что ли? А сборная как будет играть? Кто сыграет в полуфиналах, на ваш взгляд? Ну, не мы точно. Ноги сводят. Мы играли плохо, потому что мы играли на результат. Как вы готовились к экзамену? Да никак, говорит, пивка, говорит, попили и в салочки поиграли. Пивка попили и в салочки. А ты знаешь, что такое салочка? Сейчас доработает сезон, даже если он проиграет все 6 матчей. Хорошо. Да. Газаев может возглавить «Зенит». Ага, Газаев. Или сказал. Ну а что? Видишь, ты этих вещей не знаешь. Чего так захрюкал уже? Шатов русский Вальбуэна. В футболе ты профан полный. На ПСЖ. Роман Широков, кто еще? 50% врагов. Ну и чьи я ТТД съем тогда? Ашаю. Ашаю, ты не смеши меня. Ты что, мне за лоха здесь? Хорош, молодец. Я смеяться стал, понимаешь, от всего этого цинка. Потом у меня слезы пошли, а потом я икать стал, понимаешь, со смеху. Я кайфовал, понимаешь, в чем дело? Спасибо большое, Александр. Мне так понравилось. Чуть со стула не упал, а? Ты кого смешишь? Нынешняя, какие перспективы нынешнего? На что? Фатон Ибрагимович ходит по туалету стадиона ПСЖ и расклеивает. Катя, фу, Катя, мать. Да что ж такое-то? Да, да. Столько забивал. Все, дилетант, отдыхай.